В СССР субботники позиционировались как сознательный организованный бесплатный труд на благо общества, свободное от работы время, то есть выходные. В наши дни мало что изменилось, ведь после зимы на улицах города можно увидеть немало мусора, который все предшествующие месяцы спокойно прятался под снегом. А так как мы хотим, гуляя, видеть вокруг себя чистые дороги и тротуары, стоит не лениться и помочь очистить пространство вокруг нас. Именно этим и занялись в прошедшую субботу работники администрации нашего муниципалитета. Вооружившись перчатками и пакетами, трудовая делегация прошлась по первому советскому переулку от 25 до 19 дома. Сегодня работники администрации принимают участие в уборке территории городского округа Щелково. Хотят личным примером показать жителям, как нужно и как важно заботиться о чистоте. Сколько же мусора? Да, сколько можно это делать? Причем ведь явно это мусор, который вынесли из квартиры и не донесли до контейнерной площадки. Помимо разбросанных всюду полиэтиленовых пакетов, пачек от сигарет, окурков и использованных пластиковых бутылок, на улицах вблизи жилых домов часто можно было увидеть экскременты домашних животных. Мало того, что вокруг неприятный запах, так еще и есть риск наступить в оставленный нерадивыми хозяевами собак сюрприз. Поэтому убедительная просьба – убирайте за своими питомцами, ведь это несложно. Как вы видите, вместе с обычным мусором мы здесь обнаружили старые уже использованные покрышки. Но хочется напомнить всем жителям нашего округа, что уже ненужные шины нужно выбрасывать не вместе с обычным мусором, а в специально предназначенные для этого места. В завершении хочется напомнить, что убирать улицы – это, конечно, хорошо, но еще лучше там не сорить. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».